Доброе утро, Пермь. Меня зовут Екатерина. Я инструктор групповых программ. Предлагаю вам сегодня проснуться под необычную тренировку Kengu Jump. Тренировка проходит в специальных ботинках. Друзья мои, просыпайтесь. Тренировка Kengu Jump проходит в специальных ботинках, ботинки на пружине, снимающие нагрузку суставов, коленных, с позвоночника. Изначально ботинки были изобретены в Швейцарии. Их придумали как программу реабилитации для пациентов с больными суставами, для опорно-двигательного аппарата. Но потом начали развивать фитнес-направление. И в России они появились с 2012 года. И начали активно развиваться, доехали до Перми. Ограничения по весу есть. Если вы весите больше 80 килограмм, 85, ну, самый край, то, скорее всего, будет, ну, во-первых, самостоятельно сложно принимать участие в тренировочном процессе, потому что он энергозатратен очень. Ну и пружины могут не справиться с нагрузкой. На тренировке обязательно должна быть с собой вода. И необходимо обязательно гетры. Высокие теплые гетры. Ну, прям как для горнолыжных ботинок, чтобы ботинки не намозолили, во-первых. И, во-вторых, будет удобнее и практичнее. За тренировку можно потерять, за часовую тренировку, около 1000 килокалорий. То есть за счет того, что увеличивается потребность тела в кислороде, сжигается очень много килокалорий, точно так же расходуется очень много жира. Тренировка полезная. Во время тренировки эффект, который мы можем получить, это увеличение работы сердечно-сосудистой системы, точно так же улучшается работа легких, повышается выносливость организма, улучшается настроение. В любом случае это классно, потому что это непривычно, такого еще нет. Если у вас есть свободное время, обязательно приходите на тренировки, пробуйте что-то новое для себя. Будьте активными и позитивными.